Итак, Айя Ктулху, братья, с вами Ктулху Новости, и темой сегодняшнего выпуска будет Дональд Трамп. А именно, он принял Ктулху верование и стал постепенно ставать рыболюдом. Фото и видео подтверждений этому факту существует куча, но началось все с этого фото. А именно, видите, у краешка его рта скапливается слюна. То есть, это свидетельствует о том, что он задыхается, ему нужна водная среда, он слишком долго сейчас находится как бы на суше, да, и начинает как бы задыхаться, у него аж слюна, видите, выходит, и видите, и глаза покраснели, то есть ему тяжело очень долго находиться на суше, и видите, как весь он аж сморщился, так сказать. То есть, это вот впервые вот на этих выступлениях начали замечать, что с ним как бы что-то не так. А в одном из своих последних интервью, которое у него брал также широко известный адепт Ларри Кинг, он прямо заявил, что лет 10 назад принял Ктулху верование, отрекаться, говорит, не собирается, и прямо говорит то, что это и есть как бы вера в истинного Бога, да, истинная вера, и что он будет как бы ее продвигать. Он даже в школах собирается, то есть, сделать обновленную теперь систему образования. То есть там будет история, да, вот история адептов, как мы там жили все это время там в подполье, да, потом начали вот так вот уже более-менее из него выходить, рассказывать, что Ктулху там уснул за наши грехи, там, да, как бы будет рассказывать о планах всех этих, вот как бы история Ктулху коммунизма там, и вот помимо этого он именно будет как бы продвигать Ктулху коммунизм сначала в Америке, да, то есть... Будут там неверных расстреливать, подготавливать уже концлагеря для них, короче говоря, лаборатории там разные для опытов, да. И как бы больше и больше людей воплощать в адепты, как бы вот. Ну и вот, видите, Ларри Кинг тоже говорит, короче, голосуйте за Дональда Трампа, и на земле воцарится Ктулху коммунизм. Как бы вот, такие вот дела. Также его основной предвыборной программой он назвал очищение рек, водоемов, океанов. И также пообещал каждому из ныне существующих адептов, то есть тех, кто уже принял истинную веру, то есть сам до всего допер, по 100 Ктулху долларов каждому и недвижимость на Рейкьявике. Ну, если вы хорошо следили за Ктулху новостями, то знаете, что именно на Рейкьявике будет основная база адептов после пробуждения Ктулху. Ну а один Ктулху доллар на нынешних биржевых торгах котируется как 1000 евро, то есть 100 Ктулху долларов это весьма-весьма неплохие деньги, плюс то, что в виде евро и доллары, там, и юани, все это ж не валюта, по сути это туалетная бумага, да, потому что рано или поздно она пропадет вообще из мирового оборота, да, а Ктулху доллар он будет только расти, развиваться, крепнуть и становиться просто супер валютой, поэтому, конечно же, это реально классное предложение, поэтому голосуйте за Трампа, ребятушечки, а я Ктулху, братья. Не будь неверным лохом, будь разумным адептом. Голосуй за Трампа, Айя Ктулху. Вперед в светлое будущее, братья. Айя Ктулху.